Так. Дорогой Александр, Александр Сунцов, друзья, вместе с нами сейчас в школе «Человек будущего» Homo Futurus. Добрый день, Касай Магомедович. Председатель Федерации русского боевого искусства Калининград. Калининград, да. Скажи, Саша, ты сказал такую вещь, что придумал методику. Ну-ка, скажи. Знаете, я внимательно слушал ваши ролики, и слушаю, и буду слушать. А потом думаю, и послушал, что надо играть. Да. Играть в хорошее. Да, но в свою игру, не чужую какую-то. В свою. Мне в чужую не интересно, я хватит, уже наигрался. Да. Так. Я занимаюсь с детьми, и там постоянно с ними. Ну и со взрослыми ты занимаешься. Да, и со взрослыми, и с детьми. И учишь их там русскому бою, боевому искусству. Да. Прием, ну там по системе то, что создал Александр Иванович Ретюнский. Да, мой товарищ старинный. Привет ему, если он будет смотреть так. Вот. Поэтому, да, я как вот собрал материал и думаю, вот как объяснить иногда детям и взрослым, как оно работает. Так. Я говорю, давайте мы с вами чуть-чуть поработаем, как бы сказать, в театре. Ну, участники театра. Спектакль. И мы можем сейчас вместе с вами тоже сделать и поиграть в этот спектакль. Почему? Потому что здесь два актера. Страх и радость. То есть спокойствие, радость, вдохновение и так далее. Я одну секундочку, извини, я тебе хочу напомнить, что когда мы устраивали коллективный разум, и мне давали советы, как нарисовать, как дорисовать, ты дал совет прекрасный, что надо нарисовать много мыльных пузырей, и чтобы были доминанты. Доминанты и одну большую доминанту. И одну большую, это доминант, рад такой, что свобода. Так что я тебе благодарен, видишь, он размечтался, пускает мыльные пузыри, он там свободен, мечтает. И как страх, его потенциал мощнейшего напряжения превратить в произведение, превратить в решение нерешаемых вопросов. Да-да, вот одна из методик сейчас Саша нам предложит. Давай. Это, и знаете, что это шары, это наши мысли. Да, наши мысли, давай. Сначала вот я хотел сказать, чтобы черненько было, чтобы всегда у нас вначале какая-то вот страх, сомнение, это черный такой пузырик был бы. А потом у нас будет такой разноцветный, красивый, прозрачный шар. Вот мысли наши. Ко мне как раз в четверг приедет мой дорогой друг, уважаемый Виталий Пасюков, член-корреспондент Академии искусств, выдающийся, известный на планете Земля искусствовед. Я ему показал эту картину, сегодня мы с ним по WhatsApp разговаривали. Он говорит, интересно. А он такой специалист. Поэтому вот он приедет, и он скажет, все мои картины еще другие посмотрит, и скажет, черный там хорошо будет или нет. Да. А знаете, он где-то вдали там. Вдали можно сделать. Вот здесь, вот где-то там. Да, где-то вдали такой, это первое. Он уже ушел давно. Все, этот шарик ушел. А здесь рядом, это наши мысли. Чем больше, тем лучше, чем они ярче и красивее и больше. Давай. Да. Так вот, я хотел и рассказать по этому... Коллективным разумом рисовали, потому что это целое направление, когда рисует целая группа, сообщество людей, одну картину. Тренируется, как вопросы решать коллективно. Так. И сейчас вот хочу вот рассказать еще один метод, для того, чтобы понять, а как работает один доминант и как работает другой доминант. Знаете, вот я объясняю, они стоят, все слушают, хорошо. А когда я говорю, давайте поиграем, все играют. Вот кто присутствует, все играют. И потом говорят, вот теперь все понятно.
Все хорошо. Ну, давай, мы в ожидании, давай. Да. Ну, давайте мы с вами тоже чуть-чуть поучаствуем, как бы сказать, поможем этим двум доминантам. Да, давай. Первый. Вот давайте мы представим, что нам 120 лет. Так. Даже больше. Все. Смотрите, плечи такие ниже, все, голова ниже, все. Шаги у нас тяжелые. Мы, ноги еле поднимаются. Мы идем с клюшкой. С такой. Это и есть образ. Я говорю, вот приведите себя таким старичком, что, например, 150 лет вам или там 120 лет. Вместо шуток и юмора, и вместо улыбки одно бурчание, одно такое. Бурчание такое. Вот это и есть постоянное состояние, когда у нас есть переживание, страх. Так. Все. И чем нас все хуже, нас все склоняет, все хуже. И ну, тут... Походка даже тяжелая у больного все. Человека. Все. Вот если даже сделать вот такой, попробовать, походка, ноги не отрываются, руки не отрываются, все тяжело так идет. И да. Тут я говорю, стоп. 20 лет, да. Да, я говорю, стоп, а давайте теперь мы расслабим язычок свой. Вот еще раз. Вот внимательно, друзья, все участники нашей школы, об этом надо все-таки у Саши еще подробнее уточнить. Как... А смотрите, давайте мы чуть-чуть с вами остановимся, да? Да. Чуть-чуть, сделаем перерыв. Да. Посмотрите на мои глаза. Мои глаза хорошо видно? Да, хорошо видно. Вот я сейчас с вами думаю, что-нибудь переживаю. А теперь посмотрите внимательно, я взял и расслабил язык. Какое мое лицо? Ну, у тебя глаза другие стали. И лицо такое все. Именно вот это все сошло, то, что вот эти вот всякие... Почти страх. Как в нирване. Да, это и есть, знаете... Я потом, если что, потом дальше расскажу. Почему? Потому что все думают... Как ты его расслабил, скажи. А вы знаете, я полностью расслабляю от корня, ну, то, что вы где вот, до кончика, но при этом я рот не открываю. Знаешь, как некоторые? Да, да. Нет, я закрываю рот, и у меня такое ощущение, я раз, а у меня языка нет. То есть образ... соединил с действием, то есть убрал всякое внутреннее проговаривание. Нет у меня языка. Диалог убрал. Да. И в голове убрался внутренний диалог. Пусть... А давайте мы с вами сейчас еще поработаем. Вот давайте вот мы представили, закрыли так рот и представили, что он у нас растаял. Растаял? Да, все, растаял, у нас его нету. Хороший образ, да. Как? Да, работает. Растаял, я хороший образ, растаял. Вот, я на нем постоянно работаю. Так. А дальше я уже все, то, что мне надо, я уже вхожу, то, что я хочу. Так вот, мы представили себя старичком. Так. Язык растаяли во рту, что у нас все, он растаял. И теперь я думаю, раз, а теперь я юноша, 15 лет. Да, вспомнил. Как да, прыгал, как бегал, как прыгал, как бегал, как полон энергии, да? Да, а теперь смотрите, вот давайте мы с вами раз и вспомнили, как мы все делали, как рады, как мы там на деревьях, там яблоки, там, или там еще что-нибудь. Как мы... И вот представляете, сразу все, и руки зашевелились, и тело зашевелилось. Да, и сразу контраст, было так плохо, 120 лет. Потом представляешь язык, растаял. Да. И через это растаял, освободился от всех шаблонов, страхов, стереотипов, от всех ограничений. И поэтому легко вспомнил свою юность, драйв молодости, полноту энергии и переключилась доминанта. А давайте вот мы с вами вот сейчас сядем и представим, как мы были там в 15 лет, как мальчишки. И увидите, у вас и руки зашевели, и все, и двигаться охота. И мальчишки там, да-да-да, и девчонки там танцевали, да, конечно. И вот сразу, знаете, две картинки идет такой.
А потом я говорю, ну-ка, увидите себя другим. Я не сразу расцветаю. Все, и улыбка, и... Вот этот переход через нейтральное положение, как короткий... Да, вот ваши эти и есть упражнения. А теперь поделаем хлёст. Так, хлёст. Бросаем свободно. Да, и видим себя. Да, и волну. Тем, которые вы хотите видеть. Волну можно сделать, выйти на автоколебания. Как у... Это ваше упражнение. Да, очень хорошо все можно соединить. Но очень важно вот это. Можно я повторю? Я правильно, да. Я правильно понял? Нет. Сначала мы представили себя 120 лет, чтобы почувствовать разницу. Разницу почувствовать, какой же тяжелый старичок или старушечка идет, такая согбенная, сгорбленная, ножки тяжело отрывает от пола, идет тяжело. Ой, спина не выпрямляется, руки не... Ой, 120 лет, представляете, вам будет 120 лет вот такими. Но если вы регулярно, каждый день, одну хотя бы минуту будете делать так, чтобы растаял язык, и сразу воображать себе образ будущего, что в 120 лет вы будете легкими, свободными, здоровыми, веселыми, как в детстве. А у детей же много энергии, поэтому они играют. У котят много энергии, у собачек много энергии. Да. Помните, как котики все время играют, прыгают, котятки, потому что много энергии. И вот это вот растворил язык, помогает, как переключение в коробке передач автомобиля, переключиться на другую доминанту, на доминанту драйва молодости. И гормоны тоже включаются, я так уверен, потому что как только меняется психологическое состояние, меняется гормональный баланс. Так это вот и есть ваше упражнение. Нам плохо. Это для раскрепощения, да. Да, да, нам плохо. Омолаживайтесь, друзья. Язык расслабил. Да. Переключил, как я говорил, программу. Так. В телевизоре. Мне зачем смотреть на вот это вот про болезни, про все там, то, что творится там и так далее, про коронавирус. Зачем я переключил на ту программу, на которую мне интересно? Слушай, я юморист, поэтому я пошучу сейчас. Ты их всех таким образом расслабил, переключил и потом боевым искусством, да? Да, и теперь мы занимаемся о том, что, а знаете, а потом я говорю, так вот это ты есть. Он говорит, у меня не получается, ты возьми образ, поменяй, что ты Брюс Ли. Да. Любой образ. Если вы убираете внутренний диалог, в данном случае, как Саша порекомендовал, за счет растворения языка, потому что язык проговаривает, когда мысли наши текут, образы текут, представления текут, и мы их проговариваем, мы задерживаем скорость мысли. Потому что мы такой довесок делаем, и скорость мысли затормаживается. А если вы растворили язык, получается, что скорость мысли освобождается. И освобождается от всех страхов, стереотипов, шаблонов, комплексов, от вашего эго. И в этом пустом пространстве вы можете помечтать о том, какими хотите быть, и туда переключиться. И включается гормональный баланс, вы омолаживаетесь. Я так... Извините, не хотим, а стать таким. Как... Будем мы такими. Будем. Обязательно. Ну, на нас можно посмотреть. Мне 70 лет, а я такой счастливый. На Сашу, да. Смотрите. Сашуль, можно тебя спросить, сколько тебе? Да. 63-й. Ну, так смотри. Молодые, друзья, молодые. А я еще и говорю с вами, вот если тоже играть, то и будем такие, какие. Да. Что у нас в голове, то вон мы и делаем. Правильно. Если я буду сидеть и с вами говорить о том, что вот... Там плохо, телевизор плохо. Вот эта информация, эта чушь. Да, самое главное еще надо напомнить, что когда меняется психологическое состояние, по вашей воле вы научаетесь через эти упражнения менять свое состояние от минуса к плюсу и создавать образ будущего, и гормональный баланс меняется. Вместе с этим иммунитет растет от всяких вирусов там и всякого.
Да, и стресс-устойчивость растет. И вот когда мы молодые, да, радостные, все ура, идет, все получается. Это и есть человек будущего. Ура, ура! Всем вот участникам школы «Человек будущего» ура! Так. Вот это и есть, мы образ увидели. Не то, что там, вот, знаете, нам говорят, а вот мы увидели себя. Да, слушай, Сашенька, я хочу тебе сказать, как это здорово, что вот эти советы дают люди взрослые, пожившие, да, которые не только со взрослыми, но и с детьми общаются и учат, которые опыт имеют жизненный, их советы, конечно, очень полезные. Ну, да, я думаю, это для всех. А вы знаете, вот я на пол в четверг на половину занятий не смогу прийти, потому что на тренировке, но буду слушать, но обязательно приду. И давайте поиграем со всеми. Поиграем, поиграем. У нас вебинар будет четверг. 9 числа в 21:30, по-моему. Ну, там мы напишем под этим точное время, 21:30, по-моему. Ой, подожди. Тогда я успеваю. Наташа, вебинар во сколько у нас? В 20:30, в четверг. Ну, вот я чуть-чуть послушаю, а потом приду, включу камеру уже. Отлично. Спасибо тебе, Саша. А потом еще могу рассказать. Хорошо, договорились. До встречи. До встречи. Обнимаю. Все. Всем привет, всем здоровья и счастья. Будем все молодые. Все правильно. Собственные игры. До встречи.